1 августа в администрации Каспийска состоялось собрание по вопросу создания кофейни по адресу Ленина, 41. Предприниматель Заура Мирхан в 2020 году арендовал участок на данной территории. В 2021 году состав администрации Каспийска был изменен, а вследствие чего прежнее решение было подано в суд. По данному вопросу суд выдвинул решение в пользу молодого предпринимателя. Отметим, что жители многоквартирных домов, которые, несмотря на решение суда, выступают против строительства коммерческой точки на данной территории, из-за нежелания скопления людей, машин и мусора на участке. На сегодняшний день, по словам предпринимателя, с горожанами уже проведено порядка 13 собраний, но не было выдвинуто окончательного решения. Вследствие этого администрация Каспийска пригласила обе стороны, чтобы прийти к компромиссу, так как уже имеется решение суда – разрешение возведения кофейни. Вы прекрасно все знаете о том, что мы были против этой кофейни, и в судебном порядке принято решение. В ходе совещания жители и предприниматели при посредничестве администрации пришли к общему решению, которое гласит, что бизнесмен Заура Мирханов по требованиям жильцов будет проводить строительство, строго соблюдая квадратуру, а также благоустроит прилегающую территорию. По некоторым вопросам также были вынесены решения. На данный момент конфликт исчерпан, и подобные встречи между жильцами и предпринимателем будут проводиться и в последующем. Стоит подчеркнуть, что в собрании приняли участие заместитель главы Каспийска Сергей Шахвалиев, начальник отдела архитектуры Набиамиров, начальник управления имущества Айвар Аливердиев и многие другие.